Добрый день. На предыдущем занятии мы с вами разбирали возможные вариации, как из мажорной тоники перейти в минорную тонику. Сегодня давайте сделаем иную задачу. Мы из минорной тоники перейдем в мажор. Ля минор должен у нас превратиться в до. Логика будет вся та же самая. Если мы переходим из одной тоники в другую, в мажорную, то перед мажорной тоникой, куда мы стремимся, может существовать своя доминанта, а потом и субдоминанта. Итак, что самое простое? Ля минор превратить в соль, разрешиться в до мажор. Вот мы сейчас это и будем делать разными вариациями. Обратите внимание, то есть я за основу взял обычное минорное трезвучие. Минорное трезвучие уже включает в себя часть субдоминантового аккорда, вот он. А субдоминантовый аккорд с правильной доминантой на пятой ступени дает нам один из самых лучших аккордов, который выражает доминантную функцию, аккорд соль сус-13, который разрешается в тонику, в мажорную. Итак, вот он, вариант. Дальше. Мы можем перейти в мажорную тонику, сыграв доминанту в чистом виде, поменяв бас, взяв не первую ступень доминанты, а третью. И таким образом в басовой линии пройдет такое восходящее движение, шестая, седьмая, первая ступень. Шестая ступень – это базовая ступень минорной тоники. Седьмая ступень – это третья ступень в доминанте. И выйти в тонику. Вот тоже можно использовать вот такие вот функции. Смотрите. Это особенно интересно будет для музыки такой современной, для культуры диджеев, для рок-музыки, где нужны несложные, такие очень компактные аккорды. Ну, а если мы джазмены, то мы можем использовать более широкие аккорды. Или мы можем использовать доминанту какую угодно, например, альтерированную, в разных вариациях. Тоже разрешаться в мажорную тонику. Так, минорная тоника. Несколько видов. Альтерированные доминанты и тоника. Давайте попробуем сделать в другой позиции. Итак, минорная тоника. Альтерированная доминанта с высокой пятой ступенью и вот в тонику, в такую или в такую. Двигаемся выше. Минорная тоника. Вот так можно выразить доминанту. Вариации. Вариации. Тоника. Давайте еще раз. Вариации доминанты. Первая. Вторая, третья, четвертая, пятая, тоника. Двигаемся выше. Доминанта, вариации, мажорная тоника. Еще раз. Выше.
Начинаем сначала. Ля минор. Минорная тоника. Доминанта. Тоника. Мажорная. Перед доминантой может существовать субдоминанта. Если доминанта соль, то субдоминанта может быть либо четвертой ступени, либо второй ступени. Ре минор. Значит, функциональный блок выясняется таким образом. Минорная тоника, субдоминанта. Одна или вторая. Доминанта всех возможных видов. Мажорная тоника. Поехали. Ля минор. Простой. Субдоминанта. Много разновидностей. То же самое с минорной тоникой. Вот просто вот ищите все возможные варианты. Дальше. Доминанта. Не ленитесь найти все вариации. И тоника. Вот любую вариацию, используя, например, пентатонику, да нет, даже 6 ступеней мажорной гаммы, помните, мы с вами говорили, что проблемной ступенью является четвертая ступень, четвертая ступень не используется в мажорном аккорде, вот все вот эти комбинации можно использовать для того, чтобы построить тонический аккорд, куда мы должны выйти. И такая же логика и со всеми другими функциями. Ля минор. Смотрите, да вообще, вот все 6 ступеней взял, и даже такой аккорд может быть использован. Либо любые комбинации, все это превращается в субдоминанту. Тоже самая логика, как с тоническим аккордом. То же самое для минорной тоники. Не стесняйтесь, ищите. Самое интересное, что когда вы поймете ладовую основу каждой функции и совокупного всего лада, то ваша фантазия при построении будет безгранична, то есть не будет иметь значения вообще. То есть аппликатура аккорда, конкретное построение аккорда, не будет иметь значения. То есть вы будете мыслить ладово. К чему вы должны выйти в результате? Вот это минорная тоника. Вот это субдоминанта. Как кажется, богато все это звучит. Но согласитесь, это просто. Смотрите, я даже ни одной черной ноты не задеваю. Я просто из этого лада что-то пропускаю. Субдоминанта второй ступени, ре минор. Доминанта. Вернемся к началу. С чего мы начали? С двух простых аккордов. Конечно, есть какая-то музыка, где этого достаточно, где в рок-балладе достаточно использовать трезвучие и будет звучать все красиво. А если вы, например, видоизменяете тонику, сыграв не трезвучие, а сыграв вот такой аккорд со второй ступени вместо третьей, вы уже получаете какую-то особенную краску. Здесь тоже можно понимать, какую исполняете. Но это не важно. Вы должны понимать в целом, что эту же функцию можно выразить какими угодно средствами, и это будет совершенно иная музыка.
что мы еще можем с этим сделать? Итак, это минорная тоника, это субдоминанта, это доминанта, а субдоминанта второй ступени, это доминанта. Теперь давайте попробуем поиграть с разными ступенями аккордов. После минорной тоники мы уходили в субдоминанту. Субдоминанта — это фа-мажорный аккорд, в структуру которого входит нота ля. Это третья ступень. Вот смотрите, как этот аккорд звучит. Он звучит так насыщенно, что в самом аккорде, в правой руке, можно эту ступень не использовать. И тогда уже получается такое широкое расположение, богатство, такой классической гармонии. Так вот, субдоминанта четвертой ступени можно выразить, не меняя бас, то есть оставив ее здесь, да? И то же самое сделать с доминантой. Вот доминанта, как известно, вот мы можем взять ее в чистом виде, выкинуть третью ступень ноту си, и эту ноту, третью ступень доминанта ноту си, взять в басу. То есть по той же логике, как строила субдоминанта. Вот была субдоминанта, вот доминанта, и выйти в тонику. Или даже в этой тонике тоже взять не основную ступень до, а третью. И тогда у вас получится совсем другая музыка. Тоника, минорная, субдоминанта с третьей ступени, доминанта с третьей ступени и тоника с третьей ступени. И из простейших функций вырастает какая-то новая такая, очень богатая музыка. При этом вы используете малое количество нот. То есть видите? То есть можно использовать все ноты, то есть делать аккорды очень насыщенные, местами даже грязные. А можно использовать очень локальные аккорды с малым количеством нот и при этом получать интересную музыку. Попробуем даже субдоминанту второй ступени сделать какой-нибудь хитрый аккорд. Ну, попробуем также взять третью ступень. Вот что будет. Попробуем вставить эту последовательность, гармонию. Этот аккорд в эту последовательность. Ля минор. Дальше. Ре минор. С басом на третью ступень. Фа с басом на третьей ступени, соль с басом на третьей ступени и до с басом на третьей ступени. И главное, что дальше как бы есть некая неразрешенность, и вы можете продолжать двигаться. Попробуйте, как отдельное упражнение, то есть поиграть простейшие трезвучия, мажорную, минорную тонику, субдоминанту и доминанту, просто используя третьи ступени в басах этих аккордов. Поищите их. Субдоминанта, доминанта, тоник. Попробуйте взять альтерированную доминанту третьей ступени, ми-мажор, тоже с третьей ступени, разрешиться в минор. Потом доминанту с третьей ступени, обычно, разрешиться в мажор. Поищите эти созвучия. Субдоминанта, доминанта, альтерированная. Попробуйте взять седьмую ступень минорной тоники. И у вас будут появляться какие-то созвучия, которые будут сами вас тянуть в пояс какой-то. И вы поймете, что музыка, она вообще не имеет жанров, не имеет границ. То есть настолько все рядом, сложный джаз. Thank you.
жить одновременно с классическими функциями. И все это красиво. Итак, о чем мы сегодня говорили? О том, как из минорной тоники перейти в мажорную. А получилось такое богатство и такая пища для творческого размышления, для поиска гармонии, что на самом деле является главным в музыке. Нет гармонии, нет музыки. Спасибо вам за внимание.